Тарас Степаненко, 32 роки, чемпіон України, володар Кубка України, володар Суперкубка України, опорний півзахисник, 357 матчів, 26 голів, один з ключових гравців середньої лінії Шахтаря та національної збірної України. Розкажи, як ти зустрів новину про війну? Де ти був і що робив у цей час? До 4 февраля, як і кожен українець, був вдома. Ми спали і готувалися к следующому дню. У нас була тренування, у дітей школа, тому проснулися від взривів і побіжали одразу в підвал. В принципі, так і поняли, узнали, що почалось вторження, війна, як і всі, в принципі, українці. Тревожно, боязно, потому что не понимали, что случилось, и читали новости, спрашивали у друзей, кто был, там был ближе, живет к тем местам, где наносились удары, то есть военные там базы, изначально аэропорты, которые атаковали ракеты, поэтому спрашивали, как они, потому что у меня родственники в Ирпене, жили, как бы пока не вернулись еще, но в Ирпене, и сразу начали звонить, расспрашивать, что делать, как быть, и почему это произошло. Ну, как и все, то есть неведение были. А мои родные в Запорожье, то есть не совсем в безопасности. Сегодня две ракеты прилетело. Я с братом разговаривал, он говорит, что прилетело на остров Хортица, а я у него говорю, что они там где-то фашизм в Украине искали. Я говорю, что они сейчас казаков ищут на острове Хортица. Там, по-моему, кроме как музея Запорожской сечи и пару ресторанов, ничего нет, это заповедник. То есть уже бьют лишь бы бить, просто уничтожают инфраструктуру, города. И бои идут, наверное, в 40 километрах где-то от Запорожья. Я тоже очень сильно переживаю. Прошу родителей, чтобы, может, они выехали в более безопасное место, но пока они говорят, что пока все нормально и не хотят выезжать из дома. Чи вдається надавати допомогу Україні? Ми з ребятами, скажімо, так, фонд это громко звучить, ми скинули деньгами, написали в групу зборних, хто відкликнувся, у кого були можливості, скинули деньгами. В принципі, до сих пор у нас там є бюджет, ми покупаємо. У нас есть друзья в ВСУ, то есть они, когда нам точно говорят, что нужно, мы знаем, что это именно им дойдет, мы тогда закупаем. Поэтому, в принципе, на протяжении всего этого времени мы там доставляем и помогаем Збройним силам. Який настрій зараз у команди? Мы каждый день обсуждаем ситуацию, верим в победу, хотим. Мы не имеем права, там, скажем, как нюни распускать, должны быть, так как наши военные и ведут себя смело и делают все для того, чтобы наша страна одержала победу. То есть люди, которые в тылу, должны тоже быть смелыми и помогать каждый, чем может. Поэтому должны быть все сильными, верить в победу, делать то, что может. И, в принципе, это мы пытаемся. Стараемся не падать духом, держаться і вірити в нашу країну. Чи можливо показувати результат на полі, коли Україні йде війна? Ну, скажем так, что прекрасно понимаем, что если брать Шахтер, то пол команды не приехала, то есть практически все бразильцы. Понятно, что они иностранцы, и для них это немножко, они по-другому смотрят на эту ситуацию. Приехали Соломон и Марлон, за что им большое спасибо, и то есть молодые ребята, те, кто были в аренде, поэтому с теми, кто есть, теми играем, но в плане там футбола результата, если честно, тяжело. Мы всегда выходим, там ребята, кто постарше, всегда говорим, что мы играем за нашу страну, мы играем для того, чтобы немножко людям поднять настроение, потому что если есть спорт в стране, значит в стране должно быть все хорошо. Понятно, мы сейчас не играем ни в Украине, но тем не менее трансляции идут, и я надеюсь, что люди, когда смотрят, немного отвлекаются. Плюс собираются там благотворительные деньги, направляются на это. То есть заради этого только и играем. То есть так сказать, что ребят настроить в плане там, что вот там какой-то результат или что, ну, тяжело. Я честно скажу, мне самому тяжело, потому что мысли не о том, мысли совсем о другом, они где-то далеко от футбола.
Під час тренувань з «Динамо» чи вдалося тобі поспілкуватися з Луческо? Яка його позиція щодо війни в Україні? З Луческо, як тільки ми оказались в Бухаресті, був на зв'язку кожен день, він приїжджав до нас постійно. Помогал всячески, это при том, что он за этот период и там переболел и коронавирусом, и в больнице лежал, и гриппом потом переболел. То есть он был всегда на связи, приезжал там и с катетерами приезжал. То есть он делал все возможное для нас, и ему только большое спасибо. В плане, конечно, мы разговаривали о войне, он полностью на стороне Украины, полностью поддерживает нашу страну и как бы... Человек больше 12 лет, он только за «Шахтёр» 12 лет тренировал, уже «Динамо» тренирует. То есть сколько он протренировал в Украине, прожил, я уверен, что как бы он на какую-то часть тоже украинец. Поэтому я уверен, что он много делал и гуманитарную помощь отправлял, я знаю точно, медикаменты в Украину. И очень много делает. Поэтому я могу только сказать, что он... за Украину 100%. В плане спорта он такой человек, он всегда максималист, хочет играть, для своей команды он все сделает, поэтому он там Ю-19 помогал вывозить, когда они играли, и Динамо Киев, и он как бы в плане спорта он такой человек, он хочет максимально добиться всего, и где-то иногда эти эмоции его превышают на той ситуации, которая есть. Но тем не менее, в плане человечности, то это хороший человек. На твою думку, чи зможемо ми побачити гру збірної на чемпіонаті світу? Звісно, у нас хороший шанс, у нас хороша команда. Зараз, в принципі, ми граємо хороші ігри європейського рівня. Ми грали там Фенербахче, друге місце чемпіонату Турції, Лехія Гданьська, четверте місце, Олімпіакос чемпіон в Греції. Будемо грати там Спліт. И еще одна будет игра, вот я только еще, не знаю, там утвердят. Поэтому это хорошие матчи, и они дают возможность подготовиться. Плюс, когда к сборной присоединимся, говорят, 4-5 матчей будет, там я знаю, что хотят хороших соперников, мы подготовимся, я уверен. А в плане ребята в Европе, они на ходу играют, поэтому все будет уже зависеть от того, насколько мы удачно сыграем, а шансы хорошие. Как война вплине на чемпионат Украины? Ну вот когда в 2014 году началась война на Донбассе, оккупировали Крым, то есть уровень чемпионата снизился из-за того, что были экономические проблемы, и мы понимаем, что такое война. То есть уровень чемпионата снизился, не так... Но тем не менее, вот в последний год началось восстанавливаться, хорошие команды, пришли инвесторы, вернулись там «Металлист», «Черноморец», появились там команды как «Рух», «Верес», которые... То есть чемпионат начал расти. К сожалению, сейчас война опять внесла серьезные коррективы, и все пойдет вниз, это 100%. Сумеем мы доиграем, все зависит от того, насколько быстро мы сможем одержать победу и добиться мира в Украине. Это сейчас самое важное. Если мы добьемся в ближайшее время, я думаю, есть инфраструктура в какой-то части Украины, где можно будет хоть как-то играть, потому что спорт нужен стране, по-другому никак. Но пока об этом еще говорить рано. Якою буде Україна після перемоги? Украина и так была, есть красивой, богатой страной с душевными людьми. Я вот сколько путешествовал по миру, мы даже пытались как-то там пожить в другой стране там подольше, чтобы, может, там куда-то эмигрировать, но приняли с собой с женой решение, что кроме Украины мы нигде жить не хотим. Это наша страна, наш дом, и мы любим ее, и нашу, как бы, наших людей. Таких людей нигде нет. Я уверен, что все отстроится, и нам помогут наши партнеры, и еще страна станет, она так красивая, нельзя сказать красивее, но может где-то экономически успешнее. Я уверен, что сюда будут заходить инвесторы, и все будет хорошо. Главное сейчас остановить войну, чтобы перестали погибать люди, к сожалению, и то, что сейчас происходит, это просто ужас. Я думаю, мы с этим справимся, и будут люди все, которые творят эти зверства, будут наказаны самым таким тяжелым образом. И я считаю, что даже не всегда нужно по закону, а как в Библии, око за око, зуб за зуб. То есть я считаю, это так должно быть.
Наша сила в единстве, наша сила в том, что мы все поддерживаем Украину. Сейчас мы все одна команда, и мы поддерживаем и правительство, и наши сбройные силы. И поэтому, когда мы едины, я думаю, ни один враг не сможет нас одолеть, несмотря даже на то, что они могут нам какую-то, как на данный момент, там, часть оккупировать, там, Крым или часть Донбасса. Но если мы едины, будем стоять до конца, мы обязательно выиграем и выгоним врага с нашей территории и станем еще сильнее. Самое главное – верить до конца, друг за друга, идти вперед и поддерживать такую ситуацию.